Друзья, рад приветствовать вас. Сегодня я вам расскажу об очень классной программе VPN, которая действует на все платформы, все устройства, это ПК, и iOS, Android устройства, ТВ-приставки и так далее. Абсолютно подходит для всех, очень классный, поэтому давайте мы с вами сделаем обзор. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Давайте же мы с вами разберемся, что это за VPN. Это быстрый и безопасный VPN, которому можно доверять. Легко защитите все свои онлайн-данные с помощью привата VPN. Зарегистрироваться бесплатно, учетную запись получить, приват VPN, 30-дневная гарантия возврата денег. То есть это все те компании, которые сотрудничают. Защищено швейцарским законодательством о конфиденциальности. Поэтому это VPN базируется в Швейцарии, поэтому мы можем быть уверены в своем конфиденциальности. Любая попытка доступа к вашим данным с сторонними агентами должна будет противоречить самым строгим законам о конфиденциальности потребителей в мире в дополнение к нашей политике налогового ведения журнала. Всю. Этого достаточно, чтобы вы понимали, что насколько серьезная компания и какие серьезные продукты она предоставляет. В данном случае это VPN, с которым мы сейчас уже будем знакомиться. Я его сейчас скачаю и активирую. Здесь все тарифы, в принципе, которые доступны. Поэтому я вам советую с теми странами, которые вы сейчас видите, все сотрудничает, работает, подключается и так далее. Также положительные отзывы. Ссылка в описании под видео, в закрепленном комментарии. Нужно пройти регистрацию. Вы нажимаете ваш тарифный план. Здесь вы указываете свой электронный адрес, где у вас пройдет подтверждение. Вы перейдете на сайт, просто подтвердите, и у вас уже будет созданный свой пароль, сгенерированное, то есть имя, пароль, и вы уже можете изменить, конечно же, пароль. Имя вы оставляете то, которое вам дает система. С подтверждением нажимаете «Верифицировать сейчас», вас перекинет на сайт, и, естественно, пройдет верификация вашей почты. То есть это с тем вариантом, с которым вот есть вот имя пользователя, все, пароль здесь у вас будет высвечиваться. То есть здесь точно так же доступно для iOS, Windows, macOS, Android, iOS TV и Fire TV Stick, то есть абсолютно для всего. Как можете видеть, для iOS устройств тоже есть оно в App Store, просто пишите «Привада VPN», либо же перейдете вот по ссылочке, как вот здесь все было, прямо отсюда можете все это дело скачивать, точно так же на ПК. Смотрите, друзья, вы можете, в принципе, зарегистрироваться здесь на сайте, если вам это есть необходимость. Все, вы здесь можете все осмотреть, настроить, все, что вам будет, в принципе, контролировать там ваши устройства и так далее. Сколько подключений, сколько у вас осталось мегабайт, либо же перейти на новый тарифный план. Конечно же, вы можете выбрать все здесь и скачать точно так же для других устройств. Вот, это, в принципе, вам здесь уже не нужно, мы уже то, что скачали, сейчас нажмем, скачаем и активируем данную программу. В общем, логинимся, друзья, либо же через электронный адрес, либо через то имя, которое вам дала система, вводите пароль, все, нажимаете подключиться. Производится подключение, все, давайте для начала проведем тест скорости, тот, который у нас без VPN идет, чтобы мы понимали, какая скорость с VPN. Вот видим те показатели, которые сейчас, и давайте мы с вами протестируем с тем, что мы сейчас его подключим. И уже после соединения проведем еще повторный тест, то есть сколько у нас жрает на бесплатной версии. Напоминаю вам, если вы покупаете платную версию, вы уже минимально будете терять ваши мегабайты и будете использовать более комфортный интернет. Как видите, здесь буквально мы 10 гигов теряем, а так система полноценно работает. Давайте с вами проведем еще такой тест, перейдем на ютубчик, просто обновим сейчас страницу, посмотрим то, что действительно быстро прогружается, никаких проблем нету, поэтому вполне комфортно использовать и никаких нареканий я не вижу, то есть в реальном серфинге этого не заметишь. Поэтому напоминаю вам, что все ссылки находятся в описании под видео, в закрепленном комментарии. Ныряйте и определяйтесь для себя, это будет платная версия или бесплатная версия. Как сами видели, друзья, все действительно очень довольно просто. При регистрации просто ввели почту, подтвердили, скачали программу, установили и уже определяете для себя тарифный план, какой вы берете. Естественно, чем вы возьмете платную версию, у вас будет неограниченное количество устройств, больше подключений стран, выше скорость, выше конфиденциальность, безопасность и, естественно, само интернет-соединение. Поэтому, опять же, напоминаю, все ссылки в описании под видео, в закрепленном комментарии. Если у вас останутся какие-то вопросы, обращайтесь, я с удовольствием вам на них отвечу. Подписка на канал, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Дальше больше, скоро увидимся.